Лагерь опустел. Все поплыли на тот берег. Ваня в говно. Так, бери фонарики. У нас такая подсветка. Но мы плывем сейчас туда. Да. Отец, да, подай мне руку. Типа ночью. На том берегу происходит какая-то непонятная движуха. Луна. Луна просто пипец. Мы ползем сейчас. Ой, ебана в рот. Я уже. Ваня упал только что, ничего не сломал. А говорит, я, говорит. Аккуратно. Скользкая трава, ящерицы вокруг нас окружают. Змей нет. Только ящерицы. Мы сегодня поймали уже 7 рыбок утром и 5 рыбок днем. Ваня, будь осторожен. Да. Я слежу за вами, за всеми. Вот там у нас происходит движняк. А сейчас только что была дискотека. Да, много фоток. Но сейчас будет намного интереснее. Мы идем запускать небесные фонарики. Тихо, скользко. Скользко, как будто гололед. Какие-то люди. Инопланетяне. Они ничего не знают. Сейчас мы будем их снимать. Давай врубай пробу. Пошлите туда, короче. Камеру держи. А лагерь так остался. Ты только вот этот фонарик возьми лучше в карман. Макс, возьми тогда тот. Да. Ваня, сколько у тебя хватит хватает, Ваня? На 4 часа. Если вот, ну, в среднем режиме, если максимально, то на час. Ну где-то того. Идем по ночному берегу Волги на остров или на полуостров. Мы же не будем подниматься. Пока я не знаю. Давай нет. Ну, нам сложно предугадать развитие событий этой ночи. Потому что Ваня в говно. Ваня, что ж так нажрался? Ну, пока атмосферу и весь тон этой ночной вечеринки создает музон на том берегу. Не знаю, по-моему, сейчас атмосферу создает 200 грамм. Ребята поехали за коньяком. За коньяком они поехали? Да. И немножко кокаина. Что, давайте тут отличное место. Не-не-не, мы идем до самого конца. Да. Что-то происходит этой ночью необычное. Блин. Что, блин? Блин горелый. Блин горелый. В следующем году по этому берегу будет невозможно пройти. Почему? Потому что он будет полностью затоплен. Это уникальный год, когда вода сошла на нет. Вода. Вода. И берег Волги, не только Волги, полностью обнажился. Обнажил корни кувшинок, корни и деревьев и множество потаенных пляжей, на которые будет невозможно попасть в обычный год. Потому что в этом году было очень мало снега. А я первый проходит. Перед нами первопроходца, который в полной темноте наверняка не видно, но я подсвечу фонариком. Мы идем через тростник. И дорога заканчивается. Нет, дорога не может закончиться, потому что вокруг нас берег. Берег реки Волги. Кругом различные заросли, и мы вышли на пляж. Там движуха.
Узон просто не дает заснуть обычным нормальным людям. Второй день, точнее вторую ночь, круглосуточная. Да? Чё? Такой музон играет вторую ночь. Чуваки там на лодочках переплыли только что эту Волгу и пошли туда за коньяком. Там Илья, который очень любит брожение, продукты брожения. Сейчас мы узнаем, на что они там нарвались, на какие насколько неприятности, да. Мы пока идем. Почувствуй тепло. Как тут тепло? Наших губ и наших рук. Ваня, Ваня. Да, кругом костры, огни. И различные подсветки, иллюминация. К сожалению, перды уже закончились. Перды? Ну, Макс запускал перды. Петарды. Ну, петарды, как бы, да. Перды. Ну, это про стариков, думаю. Но все. Сейчас мы будем запускать. Канистра. Канистра, да, 19 литров. Охуеть. Макс завтра поедет за водой. Макс! Макс! Мы нашли Макс, бирюсинка! Стой, 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 стой! Макс, вода! Светаем. У нас там подсветка. Луна такая в небе, охуеть. Фонарики. Фонарики, да, идут, как бы. Что-то происходит. Ой, блин. Макс! Тебе не хватало воды? Ты хочешь воды? Завтра, наверное. Прикинь, чувак с рюкзаком едет просто, и сзади веревка привязана канистра вот такая. Охуеть. Так, передаем привет, Макс. Привет. Привет, Леха. Привет. Леха всегда в настроении. Так, а кто-то, что там? Блядь, а кстати, отсюда не так видно, что эти фонарики с тромбами херачат. Что, двигаем дальше? Залезаем наверх, да? Нет. Что нет-то? Нафиг. Оттуда будет видно охуенно. Весь пейзаж. В 10 осталось вот фигня, буквально метров 100. Мы уже все кусты прошли. Любаем? Почему? По песку. Это берег реки Волги. Напротив полигона. Блин, почему такой свет? Потому что ночь. Нет, нет, нет. Ночь, луна, фонарики, тробы. Мы идем. Мы идем, нам подсвечивают ребята. Со стробоскопом. Что? Кто тут? Кто тут улыбается? Мы едем на наше старое место, где мы неделю назад срали. Срали, да, в речку. Фу, блин, это придется вырезать. Почему? Потому что ты все равно не сможешь это выложить. Ну я же сру в речку и на пляже. Из моста. Как бы оставить метку. Это самое главное. Так. Так. Так, все равно будет ничего не видно, будет полная ночь. Даже звук не запишется. Потому что не нажал на кнопку play? Я нажал на кнопку play. 8 минут уже записи. Охренеть. Идет, мы посмотрим. Мне интересно, о чем они разговаривают. Давай подождем. Они говорят о том, насколько ты пьян. О чем вы разговариваете, ребята? Нет, ну в жизни есть более интересные моменты, типа женщин, водки. Зачем? Драг, секс, драг и ролл. Да, мне Алена предсказал, что я приезжаю домой и свет идет в камеру. Макс похож, знаешь, на кого? Из Звездных войн там был такой чувак. Ну да, джедай. Нет, нет, да, этот чувак, который под воду. Подводный город был. Да, ты понимаешь? То есть реально как бы... Все возможно в этом мире. Да, все происходит, мы встречаем непонятных. Макс, а ты хорошо плаваешь? Макс плавает как рыба. То есть, я боюсь, что кто из вас друг друга за ногу схватит, это еще будет соревнование завтра. Ты понимаешь как? Но сначала. Каждый выпьет по 50 грамм водки для храбрости. Вот это надо записать. Да. Ёбана в рот, я сплю. Что, давайте вылезаем, мы уже пришли, мы уже прошли как бы. Ты думаешь, мы... Да, вон. Не, мне кажется, дальше. Еще дальше? Мы очень... Они сейчас уже вернутся на лодках, а мы еще идем.
Хрен с ними, да? Нет, 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 нет. Это наши друзья. Мы не можем их бросить. Я имею в виду, они придут к нашему лагерю, и, по крайней мере, там хоть кто-то. Ну, мы им оставили маяк. То есть там две лампочки, как минимум, еще и горят. И они сигнализируют о том месте, куда они должны приплыть даже ночью. При свете полной луны. Обратите внимание, луна сегодня полная. А как же подсвечивать? Пока, понимаешь, я с камерой, да. Все, что происходит для истории, Макс, твои потомки, понимаешь? То есть у Макса родятся детки. Он говорит, детки, посмотрите на меня, понимаешь? Каким я был? У вас скоро быть... маленькие оленушки появятся через полгода. Да, они приедут сюда на этот мерик, Волги, и скажут, бля, мы так не умеем тусить, как вы. Что за хуйня? Блять, учитесь у папки. Не, мне больше всего будет нравиться, как ты это завтра будешь все смотреть и думать, бля, я это говорил. Чувак, у меня было более 10 тысяч часов видео за всю мою жизнь. Представляешь, сколько 10 тысяч часов видео. Вот. Как бы. А потом я все это стер, я понял, что я живу неправильно. Но однажды я понял, что жизнь должна продолжаться все равно. Нельзя грустить. Самое главное, что на каждом фонарике должен быть ремешок. Чтобы его не проебать. Вань, Вань, смотри. Вот так вот. Иди, идешь, вот так. Смотри, это просто будущий оператор. Алло, может, ты режиссер устанешь, нет? Нет, я уже сразу делаю. Не-не-не-не, какая разница, так прикольно. Ты попробуй сам вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это вообще... Я вижу то место, где мы вылезем уже. Я вижу рыбаков. Рыбаков на этом берегу? Нет. Или на том? На этом? Нет. Это на берегу. О, рыба, рыба, рыба. Мать, вон наш выход. Почему? Мне кажется, там не пройти. Нам идти. Сейчас пойдем есть эти персики. На. Персиковое дерево, да. Не, они нормально забродили. Так, мы смотрим, как происходит, искали. Подсвет иллюминации. Левее иди. Левее иди. Я не вижу пока конца и края этой дороги. Я вижу наверху, да. Там выход. А надо идти левее, там будет тропинка. Тропинка? Да. Где? Относительно чего? Относительно берега она есть, но относительно Волги она в другую сторону прямо расположена. Так, что происходит, Макс? Ты опять нас обманываешь. Ты опять нас завел куда-то в лес. Слушайте, мы идем очень далеко, мне кажется. Откуда ты знаешь? Ты помнишь? Вань, это была твоя идея. Пляжик. Блять, голова. Это хуйня какая-то. Алена идет первая. Ну, сейчас эти кусты кончатся и налево сразу, Алена. О, птичка. Ква-ква-ква. Ой, зайка, извини. Да, вот точно, вот мы, выход. Выход на... Видишь, Вань, что дает? У них села музыка, короче, закончилась музон. Смотри, как прикольно в подсветках. Вот, да, старое место здесь. Вот, давай, налево, налево, вот сюда. Налево, налево. Я же говорю, кусты заканчиваются. Пошлите. Налево. Леха нам дает свет и надежду. Четырех или трех светодиодным фонариком. О-о-о-о. Офигеть. Ностальгия. Смотри, а наши маяки до сих пор работают. Кого? Чучело. Твое сердце разбито навсегда. Это инопло... Да. Это вертолет. Опять. Вертолет летающий. Вот, давайте здесь залезем. Пошлите вот сюда сразу, все.
Вот они. Вот оно место, лежбище. Да. Бля, прикинь, здесь никто не был, даже дрова не сожгли. Охуеть. Вот мои персики. Да, никто не... Да стаканчики. Они персики. Да. Ну чё, пакуем? Алёна. Давай. Первый. Зачем два одновременно? Желтый-желтый-желтый снег. Самый-самый вкусный снег. Синие бахилы. Я встречаю Новый год. Так, так. Это очень мило. А ты ему тоже помигай. Он лох. У него такого нету. Он какую-то морзянку передает. Ты ему напиши fuck you. Я не знаю. Я не знаю морзянку. Сейчас мы ему зашлем, блять, фонарик нахуй. Потому что мы везли его. Макс, помогай Алене. Так. Фонарики, Макс. Ёбана в рот. Это чё, воск? Это фекалии летучих мышей. О, охуенчик. А как мы там спим? Смотри, он пробку вставил обратно. Так, вот, да-да-да. Так. Ну, у меня тоже форме гигантского перевозила. Внутрь ее вдави проволоку. Макс, дави внутрь эту проволоку, чтобы она внутрь вогнулась. Нас дышит нормально. Дышит нормально? Она поджигается. Так, держи, пожалуйста, с двух сторон. Сейчас. О, пошло, да? Все, сейчас, сейчас пониже просто опущу. Опусти. Алё, спичкой. Спичкой. Это, кстати, фонарики желаний. Знаете об этом? Да. Я уже загадал желание. Какое? А нельзя говорить, не сбудется. Да. О желтом снеге я загадал желание. Типа Чернобыль? Спичка, спичка, что смешного? Вот, стоите вот так вот и держите его. Сам надуется. Нет, они сейчас там долго будут, Макс, запускать. Смотри, дядя Ваня как умеет. Законы физики никто не отменял. Мы просто ждем, пока он нагреется. И сам полетит. Смотри, какая луна, охуенная луна. Потом берем
Джакузи скачет. А у нас тут запуск лунных фонариков. Не смотри, они повторюши, дядя Хрюши, короче. Мы? Да. Мы раньше сделали это. Че, Макс, летит? Почти уже готов, уже почти прогрелся. Ща. Видишь, еще почти не готов. Во. Пускай. Смотри, еще пытается, да? Не хватает ему вертикальности. Во! Один готов. Второй пошел. Но! Сейчас пойдет. Во! Все. А, блин, завалился. Слишком ветер сильный. Слишком сильный ветер, не успевает. Сдувает немного. Во! Давай! Есть, смотри, пошел. Пошел, интересно, куда тут первый улетел. Вот этим мы сейчас сможем проследить достаточно долго. Пока они не погаснут. Загадали желание-то? Ну вот, молодцы. Сколько? 4 или он вообще разгадал? Я не знаю. Или 5. Но они как-то, видишь, у нас быстрее полетел вперед. Раньше взлетел. Значит, первый будет мальчик. Понятно?